vi o jogo e fiquei muito feliz porque a Rússia está organizando uma Copa fantástica e depois estávamos a jogar em casa e o estádio estava fantástico, foi uma grande missão da equipa russa e foi uma grande demonstração de que tudo é possível no futebol. Да, конечно, я смотрел, я был очень рад, потому что Россия принимает чемпионат мира, и я могу ее поздравить с прекрасной организацией. Сборная России проявила себя лучшим образом вчера на чемпионате, поэтому я очень рад. И это еще раз было подтверждение того, что в футболе все возможно. Спасибо, спасибо, Нуно. Еще такой вопрос. Мы все смотрели и болели за сборную Португалии, но, к сожалению, она уступила Уругваю. Как вы прокомментируете, как это могло произойти? Foi, é claro que eu gostava que Portugal tivesse ficado mais tempo na Rússia e todos os portugueses estavam com essas expectativas. Sabíamos que o jogo com o Uruguai ia ser difícil, mas eu acho que Portugal, pela segunda parte que fez, merecia ter ido pelo menos ao prolongamento, ao ficar. Mas o futebol é mesmo assim, o Uruguai defendeu muito bem, marcou dois excelentes gols de Porto Cavani e Portugal não conseguiu dar a volta ao jogo. É mesmo assim, o futebol é muitas vezes injusto e eu acho que Portugal merecia ter pelo menos feito mais uns 30 minutos. A mão de periódico já que nós há de deles. Да, безусловно, я смотрела эту игру, мне очень жаль, что сборная Португалии уехала, и, безусловно, я бы хотела, чтобы сборная Португалии осталась здесь еще немного, как и все португальцы этого хотели бы, но, безусловно, это была прекрасная игра, Уругвай хорошо защищался, Уругвай забил два прекрасных гола, к сожалению, сборной Португалии не удалось забить, но я считаю, что Португалия могла бы, конечно, задержаться подольше, еще хотя бы 30 дополнительных минут, но в футболе все возможно. Это футбол.